Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 10. А. Каким натуральным числам равны дроби? 8 двенадцатых равно 9. Так как черта в дроби обозначает знак деления, мы 18 делим на 2 и получаем 9. 21 третьих равно 21 разделить на 3 равно 7. 36 девятых. 36 делим на 9 равно 4. Б. Пользуясь рисунками, подбери подходящие числители дробей. Итак, 2 равно 8 четвертых. 8 разделим на 4, мы получим 2. Две фигуры, 8 частей. Каждая разделена на 4 части. Рассмотрим второй рисунок. Три фигуры, каждая разделена на 6 частей. Итого 18 частей. Получается, что 3 равно 18 шестых. В. Запиши натуральные числа, отмеченные на луче, в виде дробей со знаменателем 5. 1 равен 5 пятым. 2 равно 10 пятых. 3 равно 15 пятых, 4 равно 20 пятых. Г. Как записать натуральное число в виде дроби с заданным знаменателем? Вставь пропущенные числа. 4 равно 4 умноженное на 9 девятых. Получаем 36 девятых. 7. Это получится 56 восьмых. 7 умножаем на 8, будет 56 восьмых, равно 7. 12 умноженное на 4 четвертых будет 48 четвертых. Это число 12. 25 равно 25 умноженное на 3 третьих. Получаем 75 третьих. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.